сдавать анализы. А некоторые считают, что все уже, все прошел, выздоровел, больше ничего не надо. И у многих на этой почве рецидивы возникают. В России сейчас на данный момент вот такой вот постклинической реабилитацией никто не занимает. До этого мы куда возили? Кто деньги имел, возили за рубеж. За рубежом уже несколько десятков есть таких центров, они называются выездные лагеря.